Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваска, и сегодня у нас челлендж от подписчика. И это не такой челлендж, то что возьми топ-1, используя только пистолеты. Такие челленджи может выполнить абсолютно любой человек, ютубер, игрок, который умеет играть, и умеет не только хорошо играть, а думать головой, когда нужно стрелять, когда не нужно стрелять. У нас сегодня челлендж довольно-таки сложный, который по силу, я думаю, ну не только мне, а более узкому кругу людей, чем просто затащить катку с определенным оружием. Вы готовы? Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Челлендж, даже не сам челлендж, а название челленджа, который я написал, очень длинное. Даваска, заделай такой контент. Собираем сет из пропусков, а именно каждая вещь из пропуска по годам. Например, голова из пропуска 18 года, маска с 19, торс с 20, штаны с 21, обувь с 22, грим с 23. Попробуй создать сет. Я вам так хочу сказать, что не все пропуска я помню по годам, но давайте мы попробуем заделать что-то подобное, что он описал, не вплоть там до грима, потому что многие пропуска грим не имеют, либо имеют, но он максимально ущербный. Мы просто пособираем такие сеты, вот как он и описал, то что то маска с 18 года, к примеру, торс с 23, штаны с 19 и обувь тоже, например, какая-нибудь старенькая. Приступаем. Так, давайте для начала посмотрим вообще, что по пропускам у нас есть. Давайте пойдем по торсам. Ну, понятно то, что вот эти все торсы — это новые пропуски, именно 23 года. Дальше, у нас тут есть еще снизу легендарные пропуска, это которые старые, к примеру, вот это пропуск, дальше вот это тоже пропуск, это пропуск, вот этот пропуск, потом что у нас идет, это инкубаторы, вот это пропуск, это инкуб, это пропуск, 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 пропуск. Тут что, тоже пропуск, потом идут уже более новые инкубаторы, это он же... Нет, не он. Вот этот? Да, это декабрь 22 года. Это тоже пропуск. Это торс тоже с пропуска. Ну и так далее. Давайте придумывать что-нибудь. Я сразу же знаю один сетик. Сразу же хочу сказать, что в этом видео будут сеты с вещами только из пропусков. Сказка. Так, я сразу же знаю один сетик. Только обувь отсюда я не знаю. Это пропуск, получается, мы сюда пихаем что? Ну, как вы уже поняли, масочку первого пропуска. Потом мы сюда пихнем штанишки с пропуска. Они чисто черные, поэтому сюда они подойдут великолепно. Осталось только найти эти штанишки, потому что я не часто их в сетах использую, но они есть. Вот они, да? Это пропуск великолепный. Так, теперь самое сложное — это подобрать обувь. В принципе... Возможно, что торс и штаны — это пропуск одного и того же года, но обувь давайте постараемся подобрать какую-нибудь новенькую. Самое главное, чтобы мы нашли подходящий цвет. Пока что самые лучшие — это вот эти кроссы. Эти кроссы по цветам не подходят, эти тоже. Вот эти еще довольно-таки неплохие. Ну, либо же чисто черные. Я бы даже остановился вот на этом... пропуске, и давайте я даже сделаю скрин и поставлю его на превьюку, потому что вряд ли мы что-то лучше соберем в этом видео. Я честно вам скажу, я не помню, какого года торс, с какого года пропуска, откуда торс и откуда штанишки. Но вроде бы это разное. Возможно, 19-й, 20-й, возможно, на 20-й, 21-й. Как-то так. Давайте выберем следующую жертву, это вот этот пропуск. Теперь нужно поменять масочку и обувь. Обувь давайте... Ну, вообще в идеале, конечно, бы сюда пульнуть какую-нибудь вот такую обувь, да? Потому что очень все прикольно смотрится. Кепочку можно даже пульнуть вот эту. А маску с какого пропуска мы возьмем? Так, у нас получается обувь с треповского пропуска. Если даже заколабить как-нибудь вот так вот и обувь отыскать просто с другого пропуска, то, я думаю, будет довольно-таки несложно. Но
Блин, по цвету идеально, по форме такое себе. В принципе, у нас только бандана и торс – это пропуск одного и того же года. Вот по обуви пропуска вообще максимально страдают, потому что абсолютно, ну как абсолютно все, практически все пропуска имеют, ну, что-то типа такого. Нет, даже не такого, где оно, вот. Это обувь с пропуска, ну куда это все пулять? Вот это прикольно смотрится, но к чему сюда оранжево-фиолетовые ботиночки? Так, вот по пропускам обувь я точно не помню, поэтому давайте оставим что-то типа вот такого и пойдем дальше. Давайте выберем какой-нибудь торс, может быть даже самурайский, а может быть даже какой-нибудь нет. Такой нет, к этому я не знаю. Вот, давайте вот этот торс мы возьмем. Так, что у нас есть еще красненькое из пропуска? Именно масочка. Как же сложно. О, вот этот. Но это, я точно помню, что маска и торс это один и тот же год. Но если опять же на это забить, то получится что-то типа вот такого. Да, не самый лучший, но что поделать, у нас же не так много пропусков, которые подходят идеально именно по цветам. Это тоже мимо. Опять же, каждый сет, если бы можно было бы использовать вещи с обычные, а не только с пропусков, то можно максимально быстро и красиво исправить. Но у нас такой челлендж, поэтому давайте мы будем его придерживаться. Так, есть еще вот такие прикольные самурайские штанишки, но под это все нужно подбирать торс. А под штанишки-то... Вот, а вот они наделись. Так, у нас есть еще вот такой вот пропуск. Золотой. То есть мы сюда можем подобрать обувь, даже вот эту. Потом штанишки какие-нибудь черные. В идеале черно-желтые. Ну, блин, ну вообще по стилистике не подходит. Давайте посмотрим. Ну, в крайнем случае, опять же... Так, это что? Опа. Это пропуск. Это пропуск? Это пропуск. Это пропуск, я точно помню, да? Да. Давайте вот это все оставим. Потом банданку можно взять с пропуска трэп. А у нас бандана и кроссы, получается, с одного и того же пропуска. Но давайте это все вот так вот исправим. И кроссы просто поищем другие. Может быть, что-то мы сюда и подберем. Как вариант, можно вот эти. Да, они самые лучшие. Можно даже поменять на штанишки, которые у нас уже были в первом сете. Вот эти, чисто черные. Но хотя тоже такое себе. Но по пропускам это очень все сложно. Потому что в основном в пропуске делают акцент на торс, а остальное все, что в пропуске, ну, вот такое вот, да, это тоже пропуск, я помню. Вот такой вот есть зеленый, но что я зеленый сюда подберу? Опа, есть трэповский пропуск, ну-ка. Мне интересно заколабить торс от этого пропуска и штанишки с нового пропуска. Так, шортики, вот эти штанишки, вот эти как-то лучше сюда подходят. Так, масочку надо менять. Мы кепку сюда пульнем, вот эту 100%. А грим, ну давайте пусть пока останется. Это что вообще за грим, откуда? Понял. Так, кроссы осталось поменять, получается. Ну и масочку на какую-нибудь. Можно даже вот эту оставить, либо вот эту. О, вот эту фиолетовую, это откуда? А, это нельзя, понял, обидно. Это тоже нельзя. Это тоже нельзя. Так, это что? Это тоже не пропуск. А что у нас с маски с пропусков только вот эти? Нет, ну, вот эту можно оставить. А что по обуви? Опа, я знаю. Вот эти. Ну, соу-соу. Опять же, можно это все моментально исправить. Можно даже забить на то, что штаны... А, масочка-то у нас, да, с одного и того же уровня, что штаны. То есть можно как-нибудь вот так поменять. Нет, тут мне штанина не нравится. И кроссы тоже такое себе. Так, а обувь, может быть, вообще вот эту черную взять? Тут уже мне маска не нравится. Все-таки давайте вот эту оставим. Грим. Ну, как будто бы его нету, окей? Но нужны сюда фиолетовые кроссы.
Только вот эти, получается, с пропуска. Какие тут у нас еще есть пропуска-то? Это что у нас откуда? Это не пропуск или пропуск? Нет, это не пропуск. Дальше, это инкубатор. Это все не то, что нужно. Вот эти черевички нацеплю, и фиолетово будет. Так, давайте еще какой-нибудь старый пропуск соберем. Что у нас есть? Первый, второй, третий, королевский, пиратский, пиксельный. Там вообще ничего не соберешь. Может быть, с вот этим торсом что-нибудь получится собрать? Нужны какие-нибудь яркие кроссы. Можно даже изощриться и заделать как-нибудь вот так. И осталось только причесочку нормальную подобрать. Нормальную. Вот эту. Идеал. Так, это тоже все мимо. Это тоже мимо. Вот это какая-то такая по-хип-хоповски прикольно смотрится. Это тоже не очень. Это тоже говно. Так, трэп. Отсюда у нас уже штанишки, поэтому... Но у меня пока только один вариант. Это вот эта причесочка. Так, у нас там еще снизу были кепочки, а-ля вот такие. Но опять же, по-хип-хоповски так интересно смотрится. Вот эту вообще с пропуска пульнуть и кайфовать. Дальше это откуда у нас? Это не пропуск. Это тоже не пропуск. Во, или вот эту. Что-то типа такого. Ну, очень сложно, но интересно. Получилось у меня или нет, судите вам, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и да пребудет с вами стиль.